Итак, всем табас, приветствую вас на моем канале. Сегодня приготовим, поедим, и сегодня будем делать утку. У меня праздник, завтра намечается такой небольшой банкетик, мы вдвоем, я и муж, дети онлайн будут. Хотите сэкономить на вечеринках, устраивайте онлайн вечеринки, меньше еды будет. Да вот, и мы так решили, ну раз праздник, значит праздник, горячую утку сделаем. А праздник у нас, повод у нас, юбилей свадьбы, мы 30 лет как женаты. И будет у нас утка. Купила я на базаре утку у фермера. Вот немножко опущу камеру. Вот, разделать, что я сегодня сделаю. Я сегодня выберу кости полностью. Я выбираю. Я когда-то жарила вместе с костями. И знаете, как говорится, потом... Кино так красиво, чик-чик-чик, и порезал утку, а ты с этим костями, она вся разваливается, горячая, холодная, что не будешь резать, горячая, руки горят, все, разрезать невозможно, думаю, как же они там ее, вот, режу так, чик-чик-чик, и все, как будто, знаете, как, раньше была такая идея, что они заранее ее там, знаете, как бы там режут, потом только играют на вид, что режут ее, а потом... Имела гуся и сказала, как гуся приготовить вкусно. И там было так, выберите кости. Потом, боже, как эти кости выбрать из нее? Совсем не тяжело. Ну, конечно, у меня нет такого навыка, там, знаете, как эти ножами, там, чук-чук-чук-чук-чук, и все. И я играю с долго. Много пропустим сейчас. Я играю с долго, обсматриваем, что не надо, то урезаем, то есть будем зашивать. Все. Ну и что я вычитала? Вот про утку, что я вычитала. Можешь парить. Облить кипятком. Чайник у меня закипел. Ее с одной стороны. Не знаю, типа, чтобы жировые там эти все стянулись бы там еще что-то. А вот кожа стягивается. Угу. Купила я ее раньше. Сейчас уже базаров нет, у нас локдаун. Я купила ее немножко раньше. У нас бывают такие вот акции. Я только тогда покупаю. На базаре бывают 3 утки за 10 фунтов. Так оно у нас. Если в магазине покупают, одна утка 7-8 фунтов стоит. Точно не всегда надо еще поискать. На базаре у нас бывают у фермера 3 утки. Ой, знаете, как красиво. Совсем неплохая идея. Ошпаривать. Вот она такая. Стала чисто такой, знаете, такой вот. Мне даже понравилось, хорошая идея. Вот. Вот я тогда купила 3 утки. Мы с подушки вот, в ошпаренная уточка. Ух, мне даже понравилось. Сейчас я не буду, еще что я читала, что вот эту вот кожу на животе вот так вот ромбиками такими до мяса вот так вот изрезать вот. Как бы пояснения такого не было, зачем это. Ну, вот так вот, ромбиками, типа только кожу порезать. Вот. Ну. Кожу так кожу, резать так резать. А режем и мы. Кипятком-то хорошо посоветовали, да, шпарить. Вот. Но только грудку порезать так вот. Дальше нет. Чисто вот, думаешь, чисто кожу порезать. Все. Как я выбираю? Этого уже не было. Они там с костями все предлагают, я без костей. У нас тут вот шея вырезанная уже. Потом мы посмотрим, что там внутри. И все. Вырезаем вот до хвостика примерно. А, выбираем, давайте вот это железо. Что-то тут на этой коже, я не понимаю, что здесь такое. Я это срезу тоже. Вот. Вот. По позвонку вот так вот. Тут хвостик мы оставим, где заканчивается вот бедра. Обрезаю позвоночник. И вот так задираем. Мясо и...
Вуаля! Кости выбрали. Потом их обсмотрим, что еще там осталось. И вот такая вот у нас шкурка. Оставила я бедрышки, ножки с костями и бедрышки. Да, вот такой вот суставчик вот есть. И крылышки вот оставила с костями. Все, вот у нас мясо. Здесь что, только грудки есть, там шкуры и вот ляшечки. Тут не так уж много, но вкус в утке самое главное. Вкус. Утку мы разделали. Оказывается, ошпаривать кипятком это хорошо. Вот она кожа такая стала интересная. И надрезала грудку, как рекомендуют. Первый раз надрезала грудку. Посмотрю, хорошо это или плохо это. Присыпаем к соусу. Что нам понадобится? Нам понадобится чеснок. Берем досочку. Чтобы легче чистить. Вот. Давим. Два зубчика чеснока беру. Большие. Если там у вас мелкий какой-нибудь чеснок, то берите их 4. Зависит. Ну, по вкусу. Как вам вкуснее. Лук. Лук я чищу теперь уже, как я говорила, и еще повторю отдельно. Шелуху собираю на Пасху. В основном шелухой красят яйца. Так они даже в магазинах в максиме продаются. По-моему, они 70 евро килограмм. Ну вы попробуйте эти шелухи на килограмм набрать. Там таким мешочком распакованы, там я не знаю. Факт то, что летев в продаже их как краску для яиц продают. Этот слой вот такой вот полубелый тоже беру. Потому что он же высохнет. Имбирь. Корешок. Вот такой у меня тут уже из остатков последний. Уже такой. Да, посмотрим, что получится. И апельсин. Соль, перец по вкусу и минеральная вода с газом. Режем чеснок. Я не буду его там. Лук полукольцами. Вот это первый срезаем, где они будут рассыпаться. И полукольцами. Стираем и арбуз. Апельсин. Апельсин режем на дольки. Не знаю, давай сюда. На 8 долек порежем мы его. И так поддавливая целиком, прям вот так вот, чуть-чуть, чтобы сок выделился. Да, теперь нам соль, перец, соль ложим 2 чайные ложечки, перец свежемолотый. Вот. Я сделала так, в крышечку накручу и потом вот так с крышечки, где-то так пол чайной ложки. Немножко так вот пожлямкаю здесь, чтобы вкусы перемешались. Вот. И теперь как бы нам надо бы вот это все вот этим вот всем натереть нашу утку. И вот это вот все заливаем минеральной водой. Сказом. Минеральная вода. Откручиваем. Заливаем. Пол-литровая бутылочка воды ушла. Все. Вот. Кипит, бурлит. Закрываем на ночь. Ну, если вы уже так запоздали, что у вас нету времени, то минимум 2-3 часа должно стоять точно. А лучше на ночь.